Всем доброе утро. Петушок кукарекает. Сегодня 9 апреля 2022 год. ЛНР, город Брянка. Тепло на улице. Ну, утром как выходила, было на градуснике плюс 8. Вчера был небольшой такой дождичек, совсем слегка пыль прибил. Хорошо прям дышится так. Птички поют. Солнышко всходит, небо голубое, обстановка прежняя, но мы живы-здоровы, чего и вам всем желаем. В общем, все нормально, жизнь продолжается, такая, я же говорю, тишина, птички расчирикались. На травке еще роса. Ну, я, конечно, как всегда, желаю всем мира, добра, чтобы над головой у нас всегда было только мирное небо, голубое небо, солнце. И все было у нас хорошо. И у нас все будет хорошо. Приглашаю сегодня на стрим, как у нас повелось, вернее, в 19:00 по московскому времени. Задавайте вопросы, постараюсь ответить на некоторые. Буся, ты чего не приходила к сараю кушать? В общем, всем пока-пока, встретимся вечером.